Здравствуйте, друзья, с вами Феликс. И сегодня, как выразились, ну сначала я, потом у меня вот в этом чате будет мое обращение к соратникам. Самое первое, о чем хочу сказать, это об Infini, о моем отношении к нему, к этому проекту. Что сказать, с самого начала, да и сейчас, я являюсь активным защитником, если можно так сказать, но не защитником. Я понимаю то, что хотят сделать в Infini. И ихняя ошибка в том, что они не сделали именно того, чего обещали еще в декабре. То есть не учли с самого начала проблему нашей территории, скажу, выражусь так, территории СНГ, территории Советского Союза бывшего, что у нас у всех есть проблемы с платежами. Только в нескольких странах, в России, в Казахстане и в Молдове. Вот там вот нету никаких проблем, а мы остальные все не можем с PayPal работать. Да, Грузия тоже может. Но основная масса не может пользоваться PayPal, следовательно, теми инструментами, под которые заточен сам Infini. Он заточен под работу на eBay. На eBay, на Bonanza. И всех, кто туда попытался каким-то левым образом зайти, всех их забанили. Россияне не могут разобраться там, потому что теперь уже перейду именно о том, о чем говорилось в чате. Не надо, там девушка одна говорила, что не надо плохо отзываться о лидерах насчет Infini. Я хочу спросить, о каких лидерах? Лидерах чего? В чем они лидеры? В том, что пообманывали людей, в этом они лидеры. Политика Infini изначально была настроена на то. Они уже разрывались, эти бедные, там Джон с Хитешем, что не надо сюда валом людей заводить. Вот один человек, они так и объясняли, вот ты зайди в Infini, поторгуй с помощью этих инструментов, научись, как ими пользоваться, сам научись, сам поторгуй, чтоб еще мог пригласить двоих, больше не надо, даже не требуется. Еще двух человек пригласи и научи их тоже торговать. Не приглашать, а торговать. И будет у тебя, ну, небо в алмазах. Но если не так, то жизнь в шоколаде. А наши лидеры, Оксана, по-моему, звали девушку, извиняюсь, не помню сейчас. А наши лидеры только в том, чтобы сюда наприглашать людей и заработать реферальные. О том, что Infini это вовсе не об этом песня, я говорил в самом первом ролике, что это не то, о чем вам рассказывают. Ну тогда у меня, ну кто меня слушал, кто был я? Ну и сейчас я никто, так, в принципе, по-большому, да? Но все равно, если бы в Infini решили вот эту проблему хотя бы с платежами, то сегодня, по крайней мере, сколько у меня здесь в чате людей? Вот 140 с чем-то человек только в моей команде торговали бы и пользовались инструментами Infini. Ну а так что? Ну как нам там быть? Что нам там делать? Вот же в чем вопрос. Дальше. Уже, как сказать, уже о самой вот этой идее, да, вот если говорить об этом же опять в чате. Там вот высказана такая мысль, что не надо выставлять на общее обозрение обучение, в частности, от Ольги Милюк. Все, кто пользовался, и я в том числе тоже смотрел ее ролики, ее обучение. Конечно, бесконечно благодарны этой девушке, что она вот столько для нас сделала.
Но скажите, пожалуйста, где это сказано, допустим, чтобы показать, как именно можно купить на Walmart или на Overstock, вот это вот секретная информация. Вот где вы это видели? Если так называемые лидеры любое свое знание, хоть чего-то, превращают в деньги, это не значит, что вот показать, как можно зарегистрироваться на том или ином сайте, или показать, как можно сделать покупку, это не секретная информация. Почему многие меня и знакомые здесь, и друзья спрашивают, ну, почему ты все это делаешь, вот за просто так? Да вы войдите вот в американский Facebook-группы, там, не знаю, во всякие, на видеоканале. То, о чем я могу, ну, я могу очень мало. О чем я рассказываю, это даже не полпроцента того, о чем там рассказывается. По торговле на Амазоне, по торговле на eBay, что такое FBA и все такое прочее. Почему это американцы могут? Вот просто так, ну, учить. Не учить, показывать, да, вот как все это делается. А мы не можем. Мы что, друг другу волки, что ли? Вот этого я никак не пойму. Почему свое знание там, как зарегистрироваться на каком-то сайте, надо продавать за деньги? Вот это мне непонятно. У меня не монетизирован канал. Я даже выноски стараюсь не вставлять в ролики, чтобы не мешало, чтобы люди, если кто смотрит, ну кто смотрит, чтобы тому было понятно, о чем речь. Чтобы не мешалась всякая реклама и всякие выноски, мол, посмотри еще то, посмотри еще и это, об этом вот здесь. Вот, например, вот уже ближе к делу, вот я подписан на несколько вот таких вестников по торговле на Амазоне. Ну, eBay меня не интересует, поскольку я там не работаю, не могу. Если помните, примерно месяц назад, когда у меня остановились полностью продажи, я уже так сам по себе начал копаться, ковыряться, в чем может быть проблема. И вот буквально вот вчера на этот блог я подписан, отсюда, ну, новость пришла. Вот если кто смотрит и следит за моим каналом, помнит, что я вот показывал вот такое вот место, где у меня вот здесь было полностью желтое. То есть неудовлетворительный был аккаунт, состояние аккаунта было неудовлетворительным. У этого довольно-таки опытного торговца на Амазоне, вот, он показывает, что хотя бы должен выглядеть вот так. У него здесь даже с плюсом первый показатель. То есть, опять же, чисто интуитивно можно все это понять. Можно понять, что все у вас должно быть здоровым. Аккаунт должен быть здоровым. Вот те основные параметры, о которых опять же в этом ролике говорилось. Ну, это вот то же самое, что и здесь. Вот на что надо обращать внимание для того, чтобы вы были видны Амазону как продавец. Если у вас здесь что-то не то, то надеяться на какие-то там продажи, на какое-то что-то там эффективное, но это смешно, ребята и девчата. Это серьезный бизнес. Это серьезный бизнес. Далее, ну, тут статья, можете подписаться, таких вот блогов полно. Вот человек рассказывает, что до такого-то года у меня в основном было eBay, 80% на eBay торговли, 20% на Амазоне. Потом он пересмотрел свою политику и буквально за несколько месяцев 800%, на 800% у него вышли продажи. На что хочу вот обратить внимание, что он здесь говорит, опять же, для нас это тоже очень важно. Он торгует по-настоящему, не дропшиппер, но говорит, что у вас минимум вот здесь должно быть, ну, 1000 СКУ.
То есть 1000 листингов. С этого времени, вот, с этого момента, так сказать, вы уже представляете интерес для Амазона. То есть, если у вас там, ну, 500 листингов, это по меркам Амазона вы, ну, семечками торгуете. Вы, мы, я, ну, кто, все мы. Понимаете? Вот, вот сравнение, да, вот, допустим, идет человек там по улице, и вот гипермаркет, и рядом с гипермаркетом какой-то ларек. Ну, куда он зайдет? В гипермаркет, супермаркет или в ваш ларек, в наш ларек? У нас хотя бы должен быть там какой-нибудь магазин, но не ларечек. Вот количество говорит об этом. То есть мы незаметные. И если у нас происходят там 2-3 продажи в неделю или в месяц, ну это так, на удачу получается. Так сказать, Amazon, следуя своим алгоритмам, подставляет и нас тоже на просмотр. И из 1000 просмотров, допустим, нас 1000 раз Amazon показал, но он не может заставить покупателя у нас купить. Он нас может только показывать. Понимаете? Решает покупатель, покупать у нас или не покупать. Это тоже надо учитывать. Здесь сравнение. 1000 товаров, вот пишет человек, у меня было 55 продаж в день. С 1000 листингов. Ну, он профессиональный торговец, он знает, чем торговать. И говорит, ну, мы уже в возрасте, мы решили чуть-чуть там поотдохнуть с женой, времени не хватает. Ну, сократили до 600 листингов. И у нас всего продается 30 единиц в день. Вот представьте его опыт, вот этот мужик. Вот он. Представьте его опыт. Его знания в подборке товара, его знания в подборке, там, как продвигать товар. И он вот имеет такие результаты. Но все равно надо учесть количество. Здесь он дальше уже рассказывает, каким образом калькулировать свои доходы, расходы. В частности, он здесь еще на одну важную деталь обращает внимание, что лучше там продавать больше с меньшей маржой, чем меньше с большой маржой. В итоге получается, ну это надо оборотные деньги иметь побольше, чтобы оборачивать и на каждой единице поменьше зарабатывать, но в итоге зарабатывать в чистом виде больше. Ну это уже, так сказать, финансовые вопросы, на которые у каждого свои резоны, да, как подходить. А все остальное, оно общее. И по количеству товаров, и по здоровью аккаунта. А то у нас есть ребята, девчата, которые там 2 месяца торгуют, выставили там 50 листингов, ну, может и 100. У них продаж нету или мало. И в этом малом количестве еще по 5-6 отмененных ордеров. Ну, это не аккаунт, понимаете? Это мы, так сказать, Amazon еще к нам мягко относится, если у нас происходят продажи. Вот так вот. И что хочу сказать еще раз. Большая просьба ко всем, кто вот смотрит этот чат. В нем у меня нет ни одной реферальной ссылки. У меня тут ничего нету. Никаких ссылок, никакого ничего. Ссылки только на ролики, там, если кто скидывает, там, где что посмотреть. Это очень важно. Это очень хорошо. Я бываю весь день на работе. Тут ребята и девчата друг другу помогают. Продвигаются. Это всех нас радует. Давайте, ну, как сказать. Жить дружно. Жить дружно, помогать друг другу. Ну, еще раз повторюсь, мы не хуже тех же американцев, тех же англичан, немцев. И, ну, относиться друг к другу подобрее. Вот все, что я хотел сказать. На этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.